Друзья, всем привет! С вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Краюхин Руслан. И сегодняшний обзор проведу я. На моем фоне стоит фура из Челябинска, в которой мы привезли ефремовскую баню. Мы сейчас находимся в Ленинградской области, в Приозерском районе. Буквально 5 километров здесь до границы с Карелией. И если через лес идти, то 20 километров до Финляндии. Позади меня стоит фура. Ребята уже начали доставать оттуда ефремовскую баню. Пойдемте посмотрим, как происходит этот процесс, а дальше я расскажу о ней подробнее. Размером ефремовской бани, если вы посмотрите, ее габариты полностью подходят под размер еврофуры. То есть у нас по ширине 2 сантиметра, по высоте пару сантиметров остается. И это максимальный размер, который мы можем по высоте и по ширине отправить в любой регион. То есть эта доставка получается достаточно бюджетной, потому что она в фуре, она габаритом. У заказчиков здесь был подготовлен винтовой фундамент. Мы поставили брусовую обвязку и установили уже первый блок бани. Блок бани сейчас выставлен полностью по своим координатам, как вот он уже будет стоять. И ребята из фуры достают вторую часть, второй блок, который мы сейчас прикрепим к первому. И вот мы соединили оба блока, состыковали их вместе. Сейчас ребята разворачивают карнизы. Карнизы у нас откидные, они на петлях. То есть сейчас закрепят с обеих сторон карнизы, далее простелят корд. Специально не хватает одного корда мягкой кровли. В противном случае он бы у нас загнулся. И дальше мы будем собирать уже наличники, печку внутри. Единственное, мы немножко сегодня запоздали, поздно начали собирать баню. У нас опоздал немножечко кран. Начинает темнеть и, ну, конечно, снегопад. Нам сегодня повезло. У нас сегодня вот свежий снег идет. У нас уже все стемнело, но мы продолжаем собирать баню. Немножко вот опоздал кран, поэтому такие обстоятельства. Мы под
светом фар, выставили фары. Ребята прикрепили карнизы, выставили угловые наличники, подшили кровлю, дополнили. Нам осталось поставить обналичники между дверями, лобовые планки вот здесь вот должны быть, ветровые планки, составить дымоходы и подключить печку. То есть, ну, грубо говоря, еще час, и мы уже затопим баню. Сейчас ребята подключают свет в бане, то есть соединяют проводку, которая между двумя блоками была. Сейчас мы все подключим, включим свет, соберем печку, затопим ее для первого тестового раза. И уже пройдем вовнутрь бани и снимем обзор внутри. Как и что, какие есть изменения еще в одной ефремовской бане. Так, и вчера, когда стемнело, мы решили себя не мучить и остановили монтажные работы до сегодняшнего утра. С утра вернулись на адрес и закончили мелкие детали, собрали обналичку, грубо говоря, закончили баню. Вот так выглядит баня в законченном, собранном виде. Монтаж на участке занимает от 6 до 8 часов. Пойдемте вовнутрь, пройдем и посмотрим, как у нас все выглядит там. Еще на минутку, посмотрите, какой пейзаж у нас сзади. То есть у нас в конце участка стоит баня. Здесь выкопан, идет речка, заказчиком выкопан искусственный водоем, заводь для себя. И из бани они будут прыгать прямо в прорубь готовую, в свою собственную. Здесь у нас внутри двойная дверь. Двери сосновые на клин деревянный. Вот. Закрыли входную дверь, закрыли вторую дверь. У нас создался терморазрыв. За счет этого, ну, дверь достаточно теплые, то есть как бы на выбор мы можем поставить либо две двери, либо первую входную утепленную мы делаем по утеплению. Видео будет на канале, Володя обязательно его выложит. Баня сделана в лешем стиле, баня у нас из необрезной доски камерной сушки. Специально на боках оставляем луп для того, чтобы вот такой сказочный вид создавался, прям вот как избушка. Мы в комнате отдыха. Комната отдыха у нас шириной 2,10, длиной 4,10, высотой тоже 2,10. Ну, здесь ретро-электрика, стандартные наши светильники, как они есть, и мебель. Мебель мы начали производить сами в подобную же стилистику. Вот она вся из необрезной доски в стиле лешего. Стол у нас шириной 700, высотой 750 и 1,5 метра длиной. Достаточно вместительный, большой стол, чтобы можно было здесь чай попить, гостей встретить. Лавка с подспинником сделана тоже в такой же стилистике. И, конечно же, лежак. Вова постоянно говорит о лежаке. Это очень удобная вещь. То есть вы напарились, вышли, можно лечь, можно какую-то там простынку, коврик постелить там или еще что-то. Вышел, лег, отдохнул. Здесь в комнате отдыха как бы как таковых больше изменений. Клапан в коричневой бане, в предыдущей вы видели, вот этот вот металлический клапан для притока кислорода. Он у нас выполняет самую основную функцию, он кормит печку уличным чистым кислородом.
В противном случае, если его не будет, у нас будет создаваться разница давления, печка будет съедать кислород из комнаты отдыха, и воздух сюда будет подсасываться из любой возможной щели. Это зазор обычно у дверей, тем самым получается наледь на двери. Для того, чтобы на дверях не было наледи, используется второй приток, то есть для под печью есть шибер, для того, чтобы у нас приток кислорода был в парном помещении, для того, чтобы у нас работала вентиляция баз, то здесь приток именно для того, чтобы кормить печку кислородом, для того, чтобы активно происходило горение. Печка у нас гроза 18, да, что идет стандартной в ефремовской бане. В облицовке президент, вот у нас ручка для шибера, то есть так она в открытом положении, так в закрытом. Если вы печку протопили, там уже гореть больше нечему, можно закрыть для того, чтобы печь не конвектировала и не вытягивала воздух с комнаты отдыха и сама по себе не остужалась. Пойдемте в моечное помещение, посмотрим, что у нас там. Так. Моечная комната. Комната у нас шириной 2,45, высотой получается она у нас 2,08, 2,010 вот из-за толщины доски. И длиной она 2,10. Выполнена она из липы камерной сушки, вот, шлифованная, отстроганная в стиле лешего. Моечное помещение у нас обязательно оснащается лавкой, для того, чтобы можно было вот как бы сесть, поставить тазик, помыться. Лавка у нас здесь достаточно длинная, она длиной 1,5 метра. На противоположной стороне расположен бак для горячей воды. Бак у нас объемом 60 литров. Сделана вся водоподготовка. То есть шланги уходят в теплообменник. Теплообменник здесь выполнен скрытого типа. Он стоит на печи. Грубо говоря, вот у нас горячая вода. Вот сбросник, который, если вы баню в перемерзание уводите, нужно обязательно сливать воду с теплообменника, чтобы там потом не застоялся лед. А здесь выполнена водоподготовка скрытого типа, то есть кран холодной воды здесь у нас сверху. Здесь у нас сверху есть кран холодной воды для заполнения бака. И вот в этой части, в этой зоне, у нас сделана подготовка под бойлер. Заказчики летом хотят пользоваться душем, для того, чтобы не топить баню, но горячая вода была. Под вот этой вот доской у нас вот здесь вот есть ниша. В эту нишу у нас заведена холодная вода. То есть мы изначально сделали водоподготовку. Там, грубо говоря, гильза воздушная. Вся разводка воды приходит сюда. Туда же приходит у нас ПНД-труба, в землю закопанная. Она заходит в эту нишу для подключения, для того, чтобы все это соединить и функционировало. Эти два крана у нас для подключения бойлера, то есть бойлер мы вот сюда повесили. Вход холодной воды в бойлер, выход уже горячий. И горячая вода у нас уходит на вот эту стену. Здесь у нас будет установлен смеситель, душ и с душем Шарко на потолок уже. Также сюда под бойлер приведена розетка влагозащищенная электрическая. В двух экземплярах, потому что в зимний период, если все это будет постоянно включено, наверняка понадобится подключение греющего кабеля для водопровода. Вот как бы запасная одна розеточка для этого нужна. В принципе, моечное помещение, оно теперь уже вот стандартное, вот оно вот такое вот. Ну, водоподготовка это у нас отдельно было под душ. Пойдемте в парную, посмотрим, что у нас в парной. Парное помещение в Ефремовской бане. Ну, конечно, сердце любого парного помещения это печка. Печь у нас здесь гроза 18, в облицовке президент, в камне в змеевик. Стандартно в Ефремовской бане у нас есть ППШ. Очень замечательная вещь. Выполнен пожаробезопасный экран из минерита. В принципе, как бы Володя показывал, здесь больших изменений нету. Парное помещение шириной 2,10 у нас стало. За счет этого дальний полог стал длиннее. И боковой полог, трансформер съемный, который можно этажом ниже поставить, стал шире на 10 сантиметров. За счет того, что он стал шире на 10 сантиметров, на нем тоже стало достаточно удобно париться. Вот здесь можно расположить человека, здесь можно расположить человека. Нижняя лавка, скамеечка, ее, ну, при желании можно как-то диагонально поставить, переставить. Но для парного помещения лавочка, она немножко меньше размерами, чем лавка в моечном помещении, она у нас длиной 1,30 м.
За счет того, что вот этот полог стал шире и пространство в бане немножечко поменялось, он стал более удобный для работы пармастера. То есть можно спокойно, хорошо положить гостя сюда и как бы пениками работать, разворачивать тазики, держать где-нибудь вот здесь, вот в этой вот зоне. Следственно, к этому ко всему мы переставили второе дыхание. Второе дыхание теперь находится в углу. Оно находится вот в этой зоне. Так, чтобы и здесь человек, если что, лежал, мог подышать им. И, следственно, человек, лежащий на этом полке, тоже мог, ну, кто-то один. За второе дыхание придется бороться. Полы в Ефремовской бане у нас все разборные, съемные. Выполнены они из поддончиков с разуклоном. Ну, поддоны у нас лиственные, полностью разборные. Здесь устроен разуклон, настелен листовой материал, после него сверху оцинковка. Разуклон, вся вода у нас уходит в сточный желоб. Желоб с разуклоном идет к сливной горловине. И дальше уже уходит в канализацию. То есть при желании можно полы полностью все вытащить, поддоны разобрать и просушить. Пойдемте выйдем на улицу и посмотрим, какие есть у нас еще фасадные изменения. Абсолютно во всех дверях стоят вот такие вот шариковые защелки для того, чтобы дверь можно было прикрыть и она ветром не болталась. Фасадный светильник. Его перенесли на лобовую часть именно стены. Изначально он висел здесь в подвешенном состоянии, зачастую люди бились головой. Поэтому освещение теперь именно на фасаде. Карнизы в Ефремовской бане теперь полностью везде подшиты также не обрезной доской в стиле лешего. Полностью закрыто пространство. Есть изменения на фасаде с той стороны у нас по вентиляции. С этой стороны стоит вентиляционная решетка. Чтобы у нас косой дождик, прямые потоки воздуха не попадали напрямую в канал второго дыхания, для того, чтобы там сильно не дуло. Кстати, насчет цветового решения. Напишите, ребят, в комментариях, как вам баня в сером исполнении с белыми наличниками. Здесь эти цветовые решения выбраны не просто так. Здесь весь участок, дом у заказчика, беседка, везде серые стены, белые наличники мы подобрали также. Вот, в принципе, и все. Весь обзор бани. Так что ставьте палец вверх, не забывайте подписывать на канал. Всем пока!